Думаю, что в случае полного исчезновения всего нынешнего государственного аппарата Российской Федерации, очень быстро сформируется новый государственный аппарат. Если этот аппарат исчезнет вместе со всем городом, где он расположен, то, скорее всего, новый аппарат сформируется либо в Екатеринбурге, либо в Санкт-Петербурге. Просто потому, что в этих двух городах достаточно развиты системы связи с остальной страной. Ну, а почему возможен выбор? Потому что за Санкт-Петербургом очень серьезная историческая традиция, а за Екатеринбургом более удобное географическое расположение. В любом случае, другие города не имеют сопоставимых по эффективности средств коммуникации, а эти два города очень быстро найдут между собой общий язык, просто потому, что необходимость единого управления страной более чем очевидна сейчас всем гражданам, в том числе и чиновникам, и очевидна как раз по опыту начала 90-х годов, когда эффективного управления страной фактически не было. Все помнят, каковы были последствия этого, и постараются повторения этих последствий не допустить.